В третьей школе Карачаевска имени Харуна Богатырева прошло профилактическое мероприятие о важности соблюдения правил дорожного движения и предупреждения детского травматизма. В мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД, представители городского отдела образования и духовенства. Алихан Лепшоков подробнее. В период каникул, а тем более с наступлением лета, чаще происходят опасные ситуации с детьми на дорогах. Организаторы встречи, сотрудники ГИБДД Карачаевска, подчеркнули, что сегодня больше происходит ДТП, где за рулем транспортного средства находятся несовершеннолетние. К сожалению, отсутствие внимания со стороны родителей в этом вопросе приводит к аварийной ситуации, а порой с летальным исходом. Поэтому подобные встречи необходимы, чтобы донести детям и в первую очередь родителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Сегодня основные занятия будут направлены на то, чтобы довести родителям о необходимости соблюдения как детьми правил дорожного движения, так и ими. Будут доноситься сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, которых они являлись как пешеходами, так и пассажирами. Собравшиеся отмечали, что родители, которые передают руль управления своим чадам, сами же становятся нарушителями правил дорожного движения и в будущем могут быть соучастниками ДТП. Представители мусульманского и христианского духовенства подчеркнули, что родители являются ответственным в совершаемых действиях детей. Также работники отдела образования Карачаевска отметили, что именно дорожная грамотность взрослых является живым примером для подрастающего поколения. В случае, когда за рулем оказывается подросток без удостоверения водителя, без должной сноровки, к сожалению, в нашей жизни уже не редкость. Несовершеннолетний не может управлять автотранспортным средством, не имея удостоверения водительского. Уважаемые родители, я еще раз хочу вам напомнить об ответственности, которую вы несете за своих детей. Представители отдела по делам несовершеннолетних МВД привели статистику аварий из-за невнимательности родителей. Сохранность жизни вашего ребенка зависит от вас самих, подытожили сотрудники полиции. За январь по сегодняшний день к административной ответственности привлечено 6 несовершеннолетних за управлением транспортного средства с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Два административных материала находятся на рассмотрении в комиссии по делам несовершеннолетних. Также общественники призвали родителей прививать детям интерес к изучению правил дорожного движения и чаще принимать участие в подобных мероприятиях. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.